Добрый день, дорогие друзья! Я хочу, во-первых, всех украинцев, всех сочувствующих, всех людей, которые хотят свободы, независимости от тирании, хотят жить в свободном, демократическом обществе с западными ценностями, с судами независимыми, без коррупции, хочу поздравить с праздником, с Днем независимости Украины. Сегодня мы делаем пикник в парке, в Верманском парке, а завтра прямо на этом месте, прямо на вот этой прекрасной комоде гриль и за этим столом у нас будет на данный момент 13 человек, но мы еще готовы взять двух или трех, чтобы было 16, на наш благотворительный ужин. Мы бы хотели, чтобы все страны бывшего СССР стали свободными, демократическими, которые не нападали друг на друга, за которые не было бы нам стыдно и другим людям стыдно. Мы все должны заниматься строительством, мы все должны заниматься образованием, мы все должны свободно дышать, свободно вероисповедовать, путешествовать, заниматься бизнесом, строить, плодиться, придумывать, совершенствовать, запускать в космос и на Луну успешно и так далее. Этот день, он про свободу, которой я всем, вам и нам желаю. С Днем Незалежности!